На нынешний год пришлась 34-летняя годовщина аварии на атомной электростанции, разрушившей Чернобыль. 26 апреля 1986 года сотрудники АЭС проводили испытания систем, в результате чего в одном из четырех ядерных реакторов произошло два взрыва и возгорание. Реактор начал плавиться, и последовавшая затем катастрофа стала самой крупной в истории атомной энергетики аварией как по экономическому ущербу, так и по количеству жертв. Эту трагедию нельзя забывать. О ней стоит рассказать следующему поколению, чтобы еще раз оценить подвиг тех людей, благодаря которым мы сегодня можем свободно гулять на улице, дышать воздухом и пить воду. Своими воспоминаниями поделится с нами сегодня наш гость. С нами на связи брат во Христе, пастор Елгавской русской баптистской церкви, участник событий аварии на ЧАЭС Виктор Абрамов. Виктор, приветствуем вас. Приветствуем. Мир вам. Виктор, в ночь на 26 апреля 1986 года, это где-то 1:30 ночи, да, если быть точным, то в 1:20 на Чернобыльской АЭС прогремел взрыв, который разрушил четвертый энергоблок. Где в этот момент находились вы? Вот как раз в эту ночь, в 1:20. Как вы узнали об аварии? Кто первый сообщил вам? 25 апреля. Вечер. Мы были с женой, фильм у нас проходил в кинотеатре, помню, «Зимняя вишня», на последний сеанс детей, на два сына, 10 и 3,5 года, ложили спать и пошли вот на последний сеанс этого фильма. Вернувшись домой, где-то уже к 12, ближе, мы подошли еще к подъезду, тепло, такая весна, все благоухало. И не хотелось уходить. Я как сейчас помню, еще мы стояли с женой, мы ждали уже третьего ребенка, и когда уже надо было идти, интересно, жена говорит такие слова: «Виктор, мы с тобой такие счастливые». А мы как раз тогда уже сменили третье место жительства в Припяти. Сначала жили в одной комнате, потом двухкомнатная квартира, и тут уже когда был третий ребенок, там трехкомнатная квартира, две лоджии, такие условия, мы отремонтировали все новое, все, что могли, там сбережения, все собирали и сделали этот ремонт. И тогда все было радостно, мы занимались спортом, у нас была лучшая спортивная семья города Припяти, и, в общем, жизнь кипела, и мы радовались. Но жена говорит такие слова: «Мы с тобой такие счастливые, можно с ума сойти от счастья». Так не может быть, что-то должно произойти. Вот не верить в пророчество, да? Какое-то предчувствие, получается, было у нее, да? Ну, женская интуиция, она более развита, чем у мужчин. И вы знаете, мы поднялись на 7-й этаж своего дома, зашли в спальню, дети спали, и настежь открыли балкон. Мы всегда любим так спать. И буквально через где-то час-полтора произошел взрыв. Если точно, он произошел в 1:23, даже, по-моему, 43 секунды, уже зафиксировано точное время. Вот. И ничего мы не слышали, да, именно мы, находясь в городе. Проснувшись рано утром достаточно, мы вдвоем опять с женой пошли на рынок, такой у нас был привоз назывался в этом... в городе Припяти, да, пошли на рынок, это из Беларуси очень многие привозили автолавки, такие называются магазинчики на машинах, и были товары. И мы когда пришли на этот, значит, привоз, по дороге уже видели, что-то не так, и дороги моют красным раствором, это когда дезактивацию проводят. Ну, иногда были выбросы небольшие, и делали возле блока, я видел то же самое. И так дороги моют, и мы не поняли, в чем дело. Когда мы подошли уже туда, видим, у меня одна или две машины стоит, и то их не открывают. Обычно народу много, машин много, ничего нет. И непонимание таком, думаю, что же случилось?
Идем дальше. Я смотрю, стоит, значит, мой хороший знакомый по работе, начальник СМК-1 назывался, строительно-монтажный комплекс 1, который непосредственно строил 4-й блок, 5-й блок, в то время уже возводился, 6-й начинался, и Матвеев. Я к нему подхожу и говорю: слушай, а что такое, почему нет машины и торговли? Он говорит: а ты что, ничего не знаешь? Я говорю: нет, ничего не знаю. Ну, поворачивайся, посмотри на блок. Я повернулся, посмотрел, вот эта часть блока, которая от машзала сюда, в эту сторону, она разрушена, шатер реактора, его практически не было уже, верхняя часть реактора, и поднимался белый дым, еще шел из, внутри, из реакторного отделения. Я говорю: вот это да. Говорю: а как с обстановкой? Говорит: ну, сами не знаем еще. Дело в том, что я работал, да, непосредственно и на строительстве станции, там, это отдельный разговор, да, в штабе работал, строительство станции. И я говорю: ну, шатер разрушен, а как теперь блок остановить? Но, говорит, мы сами не знаем, как механическим путем надо было бы разгрузить, то есть из реактора эти твеллы удалить, и тогда можно было бы, ну, обезопасить. Это, я говорю, может быть, вертолетами как-то, ну, если там, ну, то есть никто не думал, что сам реактор разрушен, да, то есть был механический взрыв, шатер реактора, это там 16 сантиметров толщина всего этих панелей, и там даже есть, по-моему, две панели, которые без закладных не варятся специально, если вдруг какой-то взрыв, то есть вылетают эти панели, а сам шатер не разрушается. Ну, это так. Еще поговорили об этом и разошлись. Все, вот это первое, что было в отношении того, как мы узнали об аварии. Uh-huh. А скажите, пожалуйста, вот в саму вот эту ночь взрыва вы лично не чувствовали никакого ни толчка, ни взрыва, ничего в этом плане? Нет, потому что станция находилась, ну, самая ближняя точка, по-моему, это автовокзал, и 2.5 километра непосредственно от реактора, да? Два с половиной реактора, это 2.5 километра. Поэтому, ну, для взрыва оно достаточно такое нормальное расстояние, чтобы, наверное, не слышать. И второй момент, то, что это была действительно ночь довольно глубокая, полвторого, когда спали. А вот какая ваша была позиция вообще? То есть вы понимали всю опасность произошедшего вот на тот момент? Или так вот до конца это было еще не ясно? Вот ваших знаний на тот, да, на то время, да, было достаточно, чтобы осознать масштаб трагедии? Вот как раз я начинал об этом говорить, жена говорит: а если это серьезно, да, ну то есть она была беременная, да, у нас двое детей, а если серьезно, я говорю: Томик, если серьезно, то должна быть эвакуация, да? Вот, как бы я уже знаю, как это ликвидируется, ну, в основе своей, да? Поэтому вот, то есть будь спокойна, если бы что-то такое вот уже серьезное, разрушение реактора и так далее, то была бы эвакуация. Угу. И потом, через некоторое время, когда дальше уже начали развиваться события, мы узнаем, меня вызвали на совещание. И я тогда работал уже начальником производства на заводе «Юпитер» такой, и директор уже сам сказал, что произошла авария. Там был один человек, Хадимчук, который, даже его не нашли, он остался инженер. И погибли люди. Значит, вот сообщил вот эти данные. Тогда я уже пришел домой, и мы начали обзванивать. И тогда же уже физики наши, которые друзья из станции, там кто работали, именно специалисты, они сказали, что мы город потеряли. Ну, мы как-то, как мы потеряли? Самый прекрасный город. У нас, кстати, Припять была на втором месте среди, как было тогда, раньше было страны СЭФ, там был капиталистический лагерь, и у нас Совет экономический, что такое было, стран СЭФ, то есть вот этого социалистического лагеря, на втором месте по красоте, по проектам, по, очень красивый город, да, потеряли. Как потеряли? По изотопам тем, которые, значит, уже были найдены, это они знали, это сказали, 80 лет сюда ничего, никто не вернется. В течение 80 лет, но никто не вернется. Но мы восприняли это как шутку.
Тогда мой следующий вопрос. Что касается взрыва, мы знаем уже, да, что взрыв спровоцировал выброс радиации, которая в 400 раз превосходила эффект атомной бомбы, взорвавшейся над Хиросимой, и распространилась по территории Украины, Белоруссии, России, Польши, стран Прибалтики. Десятки людей погибли сразу, вскоре жертвы стали исчисляться десятками тысяч. Когда вам довелось оказаться в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС, и какими были ваши впечатления, переживания, когда вы увидели вот эту картину, и вообще каким был инструктаж вот со стороны? Инструктаж никакой не был. К сожалению, была команда все делать так, как будто ничего не случилось. Вот это была, как всегда, сработала наша система, да, которая старалась все замолчать. И, к великому сожалению, наши дети были на улице, играли в песочницах, и такой близости, когда уже реально выпал и из реактора осадки эти, да, упали уже. И дальше даже проводились какие-то соревнования, там еще в школе побег. Вот эти вещи, они, конечно, просто поражают сегодня, возвращаясь к этому. Да? И никаких, только по радио объявили, что будет очень, на второй день будет очень важное сообщение, которое в 12 часов сказали, по-моему, в 2:30 оно должно было, по-моему, прозвучать. Но вот сообщение о том, что произошло, и надо сказать, что произошло, но будет важное сообщение, это уже речь шла о том, что будет эвакуация. Будет эвакуация, и тогда вот. В отношении того, что увидел, и да, увидел, да, был после аварии, но интересно, что я из довольно, можно сказать, из первых уст, да, слышал и знаю ситуацию, что произошло в 1:23, да, и тогда первым приехал туда Владимир Правик, да, и начальник караулок непосредственно в военизированно-пожарной части 2, которая находится на станции, и она обеспечит безопасность станции пожарной. Да? Он первый приехал туда, и буквально в 1:30 он уже был там на месте аварии, на машине, и начал изучать, оценивать обстановку, организовал тушение пожара со стороны вокзала. Почему я так говорю, зная этих людей? Да? Дело в том, что через некоторое время, наверное, прошло месяца полтора уже, ну, чуть меньше, нет, месяц, наверное. Я был в Москве. В Москве был я по вопросам переселения людей, которых я должен был вывозить из Припяти. И пошел на встречу. Я знал, что мои знакомые, друзья, они находятся в 6-й клинике. Это специализированная клиника в Москве была, где все, которые получили большие дозы, они лечились, проходили лечение. Вот. И как раз там я их увидел. Это было чудо. Вот я по-другому не назову. Да? Я еще взял гвоздики, купил. И когда я подошел к кованой ограде этой клиники, внутрь, конечно, не пускали, там эти люди находились, как это сегодня мы о коронавирусе, да, то есть доза облучения очень большая, они сами стали излучателями, да. И тогда я стою так, через ограду смотрю, и там такая площадка большая, и вдруг я вижу, открываются там двери, это где-то метров, может быть, 30 от меня было, и выкатывают каталку такую, носилки только на колесах, такая высокая каталка. Одну выкатили, там лежал человек, а затем вторую выкатили. И вдруг выходят в пижамах, человек 5-6 выходят, подходят к этим, стоят. И я присмотрелся и узнал этих ребят. Я оттуда крикнул, там, Леонид Телятникову, он увидел меня. И они все пошли ко мне, подошли вот 5-6 человек этих пожарников. И я с ними начал беседовать, они стали рассказывать, да. Состоялась эта беседа, вот, непосредственно. И что меня поразило, я думаю, мы будем тоже об этом говорить, да, может, забегаем вперед, да. Когда они подошли ко мне, то первое было слово Телятникова, что... Ты видишь, говорит, вот еще двое умерли, да, из наших, и нас просто выпустили попрощаться с ними.
мы вышли вот сейчас попрощаться с ними. И стоя все рядом со мной, и Телятников, он уже в то время герой Советского Союза, подполковник, там, и все награды, много наград там и Англии, и другие страны ему высшие присвоили, да. И вот он стоит, смотрит, и так со слезами говорит: видишь, еще двое. Мужчины, говорят, не плачут, да, но он говорит: Виктор, будет станция работать, не зря жизни положили, столько пройдено. И стал рассказывать, да. Поэтому я вот эти моменты, конечно, помню, и как это произошло, да. Тот же самый Правик, да, он сразу был там мгновенно, ну, мгновенно, прошло всего лишь там 7 минут со взрыва, да, и уже там у блока с машиной совсем, и начал, организовал тушение пожара. Буквально через 5 минут уже приехал начальник караула Виктор Кибинок, да, со своими, это уже приехал с ВЧ-6, это Припятская, та находилась на территории станции, а та шестая находилась в городе Припять. И они уже прибыли туда, на блок. И вот он пошел и разведку помещений сделал близ этой активной зоны реактора, подключил свой караул и стали тушить крышу марш-зала. И буквально, вот они мне рассказывали, когда мы поднялись на крышу марш-зала, четвертый разрушен, а третий блок, он находился и по своей конструкции разделял третий, четвертый блок, стена. Так не было. В первом проекте первый, второй блок находились где-то, ну, на солидном расстоянии друг от друга, там, может быть, метров даже 50, да. А у нас, как всегда, экономит же, поэтому один кран, чтобы не перегонять, ну, и так далее. Но это уже технические вопросы, да. И сделали так, что вот только стена разрушала. Поэтому от взрыва загорелось покрытие третьего блока. И марш-зал, который был общий на третий и четвертый блок, он тоже, кровля загорелась. И пламя двигалось перекинуться на, в целом, на третий блок и марш-зал. То есть вот эти все моменты, они были опасны. Поэтому ребята, которые поднимались, они просто поднялись. Впереди реактор разрушенный, они стоят на крыше марш-зала, битум плавится, ноги буквально, сапоги засасывают в этот расплавленный битум, и они стояли и отбивали этот огонь, чтобы огонь не пошел дальше. И потом они говорят, ну, некоторые падали, там же их поднимали и спускали вниз, поднимались другие ребята, и вот так они тушили. И в час 35 уже приехал вот этот, нет, в час 45 приехал майор Телятников, это командир вот, военизированной части второй, который вот с кем я беседовал. И он начал, уже пошел и вот разведал помещение уже с большой радиацией и с большой загазованностью. Кроме радиации была большая загазованность. Горели кабели, горели все, что там, химические все эти части, да. И он действительно оценил правильно обстановку всю и начал руководить тушением всего пожара, да, организовал этого, да. И вот эти вот интересные такие профессиональные высказывания, да, провести разведку. Провести разведку вблизи реакторного отделения, вблизи реактора, проникнуть в те помещения. Да? Это можно себе представить, какой там был уровень радиации. Да? Поэтому этих людей буквально потом снимали и увозили в 126-ю медсанчасть, 126-я была медсанчасть, именно Чернобыльская атомная станция наша, Припятская. Вот, и он, что интересно, вот, и Телятников первый добрался до центрального зала четвертого блока. И когда он добрался до туда, то через панель вывалилось, он говорит, увидел, как зарево излучение такое исходит. Ну это, он говорит, я просто не мог поверить. Значит, а это четко было, значит, разрушен реактор. То есть вот это излучение исходило из самого разрушенного реактора. И тогда он что сделал? Он доложил сразу наверх, да, то есть, ну куда, по своей линии, командование своему, который наверху, что разрушен реактор. Но мы ничего не знали, мы стояли тогда уже утром и думали, если не думал, не то, что разрушен реактор. Но вот как у нас и последовало, что то, что он доложил, оно, видно, дальше никуда и не пошло. Если бы сразу предприняли меры по быстрейшей эвакуации, да, освобождению людей, тех, кто рядом, персонал обезопасить, да,
что это настолько серьезно. А известно, что активная зона взорвавшегося реактора плавилась, вот как вы рассказывали уже, в ядре содержалось 185 тонн ядерного топлива. Ядерная реакция продолжалась с ужасающей скоростью. Под этими 185 тоннами расплавленного ядерного материала находился еще резервуар с, ну как, с водой, да, которая должна была... Ну, охлаждать там реактор или что. Если бы это раскаленное добела плавящееся ядро реактора коснулось бы воды, то оно бы вызвало еще один массивный загрязненный радиацией паровой взрыв. И результатом могло бы стать радиоактивное заражение большей части Европы. По числу погибших первый чернобыльский взрыв выглядел бы незначительным происшествием. И необходимо было срочно слить воду из вот этих резервуаров. Советские власти разъяснили обстоятельства надвигающегося второго взрыва, план по его предотвращению и последствия. По сути, это была неминуемая смерть от радиационного отравления. Но, тем не менее, вызвались три человека. И известно, что это были Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов. Вы что-то можете рассказать об этой операции? Знали ли вы кого-нибудь из этой тройки лично? И, может быть, как сложилась их судьба? Ну, Беспалова я знал, да. Беспалова я помню. Ну, как мы знали, с кем-то, может быть, играл, тренировался. Какие-то встречи были. Ну, не такой большой город был, да, в принципе. Ну, где-то до... около 60 тысяч, да, в общем населении. Вот, да, была операция, но резервуар находился, он называется бассейн Барбатер, да, такое интересное название. Но этот бассейн, он предназначался для сброса, если какие-то второго контура, по-моему, даже, или, нет, наверное, первого контура воды, охлаждение, то, что идет, да, если вдруг, чтобы радиация никуда не уходила, вот этот бассейн Барбатер находился под реактором, да, и туда сброс. Возможно, там была вода, я до конца технически всю эту часть не, я не эксплуатационник, а больше был причастен к строительству, да, поэтому вот эти, как бы знаю. И то, что они сделали, конечно, это тоже подвиг, как подвиг этих вот людей, по крайней мере, вот эти два, и Владимир Правик, и Виктор Кибинок, да, два начальника караула, которые прибыли со своим караулом, да, со своими ребятами, машинами на тушение, да, они оба погибли в этот же день, да, еще, в общем, погибло 6 человек. То есть, вот они приехали тушить, и шестеро, и участвовали вот в этой всей операции, и шестеро в первый же день уже они погибли, да. То есть, вот это произошло. И сегодня говорить об этих ребятах, которые пошли на подключение насосов, да, откачку воды, говорить, но... Очень стоит говорить о тех, кто действительно пошел и стоял грудью, можно сказать, для того, чтобы остановить этот огонь, чтобы не распространилось дальше и не произвело большего разрушения, да, эти люди. И те же вот двое опять пожарников, которые я видел, которые там уже умерли. Поэтому много людей. То же самое Телятников, он был в отпуске. Он говорит: Виктор, представляешь, у меня еще отпуск был. И суббота, и воскресенье, с понедельника я должен был выходить на работу. Но как только раздался звонок, я с постели, как был, что быстро вниз, в Жигуль, и полетел туда, в пожарную часть. Дали на ходу мне брезентовые эти, куртку. И вот так вот сапоги накинул и туда полетел наверх, да. Вот это вот посвященность этих людей, да, они знали, на что шли. Это была военизированная пожарная часть. Вторая была специализированная военизированная пожарная часть. Они были, они понимали, что такое радиация, что такое, что они шли без надежды даже некоторые на то, что смогут вообще вернуться оттуда, да. И молодые ребята, ну, кстати, у Правика, по-моему, когда он уже умер, у него только дочке исполнился один месяц. Как Бог хранил лично вас, как вы видели Божью такую защиту? И, может быть, расскажите также, чему учит нас эта трагедия? Как вот вы, как непосредственный участник этих событий, оглядываясь уже назад на весь этот пройденный путь, можете сейчас сказать, чему эта трагедия учит нас? Да. Интересно, когда было 30 лет нашей
этому событию. Мне звонят друзья, вчера звонили, да? Я говорю, ну, с праздником тут не поздравишь, просто годовщина. Мы понимаем, что это годовщина. Какой тут праздник, да? Вот, это годовщина. И когда было 30 лет, моя дочка, Катя, интересную вещь сказала. Я рассказал ей свою историю. Дело в том, что я знал, ну так по моей работе, по моей, так сказать, службе, я очень хорошо и близко знал и директора станции Брюханова Виктора Петровича, и Фомина Николая, главного инженера, да, и других работников там, да, вот, таких, даже мой друг, интересно, он проводил первый допрос всех, ну он работал в комитете и отвечал за безопасность станции. Он рассказывал, да, первый делал допрос всех этих руководителей, тех, кто присутствовал, персонал весь. Ну, я к тому, что был момент, как раз конец года, был декабрь 85-го года, когда я узнал, что я стану отцом третьего ребенка, а я работал в организации управления города, и меня мой непосредственно руководитель города отпустил, как бы, я говорю, вот надо, пойду, может, на станцию. А я в то время уже был инженер-технолог, да, образование высшее было, я технику закончил. Я пришел в Брюханово, Виктор Петрович, говорю, вот у меня судьба увеличение семьи, я хотел бы на станцию, все-таки у вас зарплаты больше, и мог бы, он говорит, ну, куда ты хотел, оперативный персонал. Интересно, он говорит, ну, с Юром можно. Но так как у меня было общее высшее техническое образование инженера, да, то я не мог сразу пойти работать, мне надо было пройти стажировку. 3 месяца я должен был стажером. Он говорит, ну, решаешь, если, как у нас был первый секретарь, отпустил тебя, также давай, с 1 января можешь выходить, идешь стажером на 4-й блок. А с 1 апреля 86-го выходишь уже с Юром, старший инженер управления реактором, и приступаешь к работе. А потом меня еще спросил, вот интересно, вот по-отцовски так, мне жаль, да, вот как бы оно все настолько сочетается, это близкие мне люди, да, и тот же Фомин, да, и такие вот, ну по-отцовски мне говорят, а что тебе еще предлагают? Я говорю, мне предложили вот на завод «Юпитер» начальником производства по бытовке. Там была часть военного, а часть бытовки. Вот. Он говорит, ну все-таки как бы по твоей специальности лучше туда пойти, ты там завтра будешь начальником производства, там через 2 года замдиректора завода. Ну то есть как бы лестницу эту показал мне роста. Ну говорит, как решишь, так приходи, я же не могу тебя не принять, будешь стажироваться и выходишь на 4-й блок. Я потом посчитал, что на 26 апреля я бы там вот мог. А мне моя дочка Катя говорит, пап, а может быть как раз и станция бы не взорвалась, если бы ты был. Вот так сидели, размышляя. То есть насколько вот Бог хранил, да, та же самая жена моя, она буквально за несколько дней, там, может быть, я не помню точно, может там за 2-3 дня до этого взрыва она ушла в отпуск. А затем уже бы пошла в декретный отпуск, да, потому что через несколько дней буквально, 2-3 дня произошла авария, и ее коллеги, она работала в реанимации, работала в операционной анестезистом, принимали всех этих пожарников, и уже практически ни одного из них не осталось живых, вот этих ее и хирурги, и вот ее анестезиологи, там, которые делали все это, да, процедуры с ними, они же принимали там, да. И вот насколько это было то же самое. Она так потом уже дозу какую получила беременности, да, будучи беременной. И поэтому, конечно, Бог хранил. Бог хранил, и мы остались живы. Но то облучение, которое получили, оно просто настолько было сильное. Потому что и когда выезжал блоку, да, мы мерили в Рыжем лесу там радиацию, то есть реально 12-15 рентген в час, да, с этим ДП-5 ездили, измеряли. То есть получилась очень большая доза облучения. И когда ребенок уже родился, так произошло, что через 1,5 месяца она умерла. И это такая была остановка. Когда мы приехали сюда уже в Ригу, то наших детей положили в республиканскую больницу детскую, и они лежали там от 2 до 2,5 месяца, температура под 40 градусов, и диагноз поставить не могут, в конце псевдотуберкулез, и, ну, это было, конечно, редкое заболевание,
И вот эти все события, которые произошли, они послужили к тому, чтобы мы обратились к тому, кто дал нам жизнь. И если кто-то сегодня скажет, что да, это страшная беда, но обстоятельства, которые происходят в нашей жизни, и особенно такие обстоятельства тяжелые, они приводят к осознанию и к тому, чтобы мы задумывались вообще, для чего мы живем, и какой наш дальнейший путь жизни, да, и вот эта остановка нашей жизни, она послужила к тому, чтобы наша семья обратилась к Господу, и Бог изменил нашу жизнь, Бог изменил нас и все окружение вокруг нас. Интересно, я однажды приехал в Киев, в церковь на Харьковский массив, там было очень много наших припятских, и когда я там проповедовал и говорил, я спросил, поднимите, пожалуйста, руки, в Киеве это было, да, в церкви, большая церковь, кто здесь из Припяти, мои земляки? И подняла, ой, ну я не знаю, ну человек на 20 точно подняла руки. Я говорю, а вы знаете, почему, вот, как вы думаете, почему авария-то произошла? Почти хором все сказали, это чтобы мы обратились к Богу. Вот, но я понимаю, что это действительно... Как и сегодня эти ситуации, которые с этим коронавирусом, да, это тоже то, чтобы мы остановку сделали для размышления. Виктор, позвольте еще задать вам последний вопрос. В мае прошлого года на экраны вышел сериал, который так и называется «Чернобыль». Он именно рассказывает о тех событиях. Слышали ли вы об этом сериале? Ваше мнение, стоит ли его смотреть или не стоит? Соответствует это действительности или нет? Я думаю, что для такого познавательного, не знаю, может быть, да. Моя жена говорила, посмотри, там так интересно, многие это вот семьи такие, вот то, что пережили, тоже так интересно эти события, просто каждая семья там. Я немного посмотрел, я не помню, может, минут 10 посмотрел из этого, и мне как-то внутренне, ну вот, ну нет было расположения. Понимаете, когда ты знаешь оригинал, то... Ну, как бы я не сказал, что это подделка, да, но это какая-то такая копия с выгодами, да, вот, то не может дать того, что ты пережил. И почему совсем не показана вот эта часть, наверное, там не было, да, как они, эти ребята, положили жизни, как они шли, как народ, многие же... просто как герои пошли, да? Поэтому вот эта часть, она меня побудила. Как бы так расположила, я пока не смотрел. Для познания, да, там что-то, наверное, было такое полезное, интересное. Моей жизни понравилось. Итак, мы беседуем с участником событий аварии на Чернобыльской АЭС Виктором Абрамовым, и мы будем заканчивать наше интервью, и напоследок, может быть, буквально несколько слов, какие уроки мы можем извлечь из этих событий, и какое-то пожелание также всем, кто так или иначе связан с этими, вот с этой аварией, тем более, что... Вот буквально недавно, по словам руководителя Нарвского союза чернобыльцев, у нас тоже есть такой союз в Эстонии, в городе, где я проживаю. Вот Сергей Непримеров, он предлагает, чтобы в городском календаре официально появился бы день участника ликвидации Чернобыльской аварии и других радиационных катастроф, и он даже предлагает дату 30 ноября, когда завершилось строительство саркофага над руинами Чернобыля. Какое может быть ваше пожелание, и что бы вы со своей стороны, Виктор, могли бы тоже предложить? Мы сегодня живем в век бурного развития новых технологий, да, технические разработки удивительные, да, мы просто поражаемся, насколько это, и не обязательно это атомные, да, то же самое искусственный интеллект, об этом много сегодня идет, оно будет дальше развиваться еще более
такими темпами, да, быстрыми, да. Но не надо забывать вопросы безопасности, да. Необходимо, чтобы был высокий профессиональный уровень тех, кто будет обслуживать это, кто там будет заниматься. Подготовка должна быть высококвалифицированных специалистов, да. Должна быть дисциплина и ответственность. Вот эти вещи, они обязательны, должны присутствовать во всех эксплуатациях, разработках, предусматривать, чтобы не случилось беды. Она может быть даже больше, чем чернобыльская эта беда. Поэтому пусть в этом предусмотреть надо эти вещи, чтобы не случилось большего. Тем, кто был участником, тем, кто прошел через это, да, я иногда тоже встречаюсь, когда периодически тоже в больнице, вместе вспоминаем с теми, кто рядом, там у нас есть чернобыльское отделение, тоже такое, в больнице у нас в Риге. Поэтому держитесь самого главного, это наш Господь. Потому что жизнь, она закончится, хоть здоровый человек или больной, получил большую дозу облучения или вообще не получил, всем предстоит умереть, а потом суд, Библия говорит, да, поэтому пусть Господь вас благословит, ваши семьи, даст вам еще здоровье крепкое тех лет, которые надлежит прожить, чтобы самим себя обслуживать, ходить на своих ногах, это так здорово. И одним словом, благословение, мира вашим семьям, пусть Господь вас обильно всех благословит. Своими воспоминаниями поделился сегодня с нами брат во Христе, пастор Елгавской Русской Баптистской Церкви, участник события аварии на Чернобыльской АЭС Виктор Абрамов.